Переход на новое время скажется на биоритме казахстанцев, уверены врачи. Если не сказать больше, в организме может произойти сбой. Впрочем, на адаптацию большинства уйдет примерно сутки, так говорят специалисты. Уже завтра жители 12 областей и 3 мегаполисов начнут жить по новому времени. Им предстоит перевести стрелки на час назад. Специалисты утверждают, что именно это время больше всего подходит биоритму казахстанцев. Хотя эксперты не исключают, что переход у кого-то будет сопровождаться плохим настроением и бессонницей. Ведь к тому, что вставать нужно на час позже, тоже необходимо привыкнуть. Проблемы со сном могут возникнуть в основном у тех, кто и раньше от этого страдал. Всем остальным медики советуют успокоиться и не забыть выставить правильное время. Будет наблюдаться, наоборот, улучшение здоровья граждан, так как, но в первое время может быть процесс адаптации. Это может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Конкретных каких-то продуктов нет, которые помогают адаптироваться, но если смотреть по качествам продуктов, то следует принимать более легкую, легко усвояемую пищу.